Всем привет, всем доброго и прекрасного дня. Всем привет, всем прекрасного и доброго дня. Ты сказала наоборот. Я забыла, как ты говорил. Уволить ее. С вами я, Макс Мастер, и Женя Любимка. Женя скоро снова уезжает. И ты будешь плакать. В родные края. А у себя хорошо чесаться. Смотрите. Женя говорит, что здесь она справится на все 100. Уехал, короче, на работу. Камин потух, не разожгла. Подключить этот вот, как его, ноутбук к телевизору не смогла. А еще говорит, да я здесь все смогу сама. Да-да-да. Вот, наконец-то, немножко подсохли на улице дровишки. И я пойду рубать дрова. Мне очень нравится рубать дрова. О, видите? А, котов не покормила. Ходит с пакетом, там что-то у него в пакете. Я краску привезу. А мы с вами на ульку. Мясо дикого медведя. Это я дам мою... Смотрите, какая-то толстая. Чернышка, я тебя не буду кормить. Ты что, это наелась, смотрите. Это приехали соседи, ну, соседа деда моего. Там, не знаю, сын? Сын или дочка? Ну, там кто-то есть. Это она нажерлася. Вот еле идет он. Ну, вот сейчас положите ей, она будет хавать. Понятно, куда вы здрастометили. Что, значит, пока не буду давать. Лучше чаще, ну, по чуть-чуть, чем один раз много. У меня такая приспособа, смотрите, резиночка. Мне папа сенсей дал. Просто резиночку дал, а я ее уже совершенствовал. Вот смотрите, я здесь прицепил крючок и, допустим, сейчас увидите, обволакиваю в чурку. Чурку обволакиваю, ну, как я обволакиваю. Короче, ее надеваю, затягиваю и рубаю всю полностью. Не надо вот это нагибаться, поднимать снова какой-то кусок большой и снова рубать. То есть очень экономишь много энергии и сил незатрачиваемой, которая, ну, поднимаешь дрова. Я уже разучился разговаривать. По кругу. Опа. 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 Середине в этом случае серединка сухая, а наружу еще мокрая, потому что они просто целый месяц, это как его, мокнут под дождями. Вот серединки отберу и подтоплю, чтобы Женьке тепло было.
Как на видео, кажется легко, да? Только щелк, 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 как семечки. А нет. Это у меня второй метод, который я показал. Если я беру без сучков, то он легко рубается. Так, чпок, ну тоже тяжело. Вначале было немножко тяжеловато, когда начинал с вами рубать. Это уже где-то прошло час, наверное. И это, все, сейчас рука уже, короче, как вам сказать, уже все, второе дыхание включилось, я могу махать этим колуном. Чтобы вы поняли, колун это не топор, он весит, наверное, чтобы не соврать сейчас. Килограмма 10-100%. Это мне он понравился, колун. Когда у папы там кололи дрова, он купил и типа мне подарил. Вообще вещь классная. Он не рубит, а колет. Если никто не знает отличия, колун типа колет. Он там широкий идет обух, он раскалывает дрова. А топор он тонкий, он когда вы рубите, еще такие без сучков он может рубанет. А если с сучками... Я не хочу, некогда. Если я поем, я не буду работать. Жень зовет меня кушать. И это, застревает, короче, топор и колуном вообще огонек. Ну, нормально сегодня сломал. Я уже домой занес, каминчик подкинул. Это вот серединка, которая, как вы заметили, я по бокам раскалываю и серединку беру. Серединка, вода еще не дошла, она сухая. Вот так, это все высохнет. Только что знаете, что я вот привык на мелкие такие рубать. Потому что, ну, такие большие, тяжело очень разжечь. Но я понимаю, когда они высохнут, с мелких это будет ни углей, ничего. Так что, чего я так потихоньку рубаю, чтобы посмотреть, когда уже погода более-менее будет, то можно будет как бы уже такие на более-менее большие рубать, чтобы положило, и они просто горели. Такие делишки. Все, на вас домой, потому что, я смотрю, вы уже начали кашлять. Итак, приехали воры, я их словил. Вот один вор, вот второй вор. Ладно, приехал коллега, забирает диван, весь хлам, короче, забирает, все забирает. Это все забирает, и мы все носим. Картину забираем со стены. Все картон. На, Женька! Мы, короче, носим, некогда, пыхтим. Вика, выходи, когда сейчас как бомбу носить будем, как пердеть будем. Вика, иди будешь снимать, как бомбу пердеть. Где ты уже провиша? Ничего тут провиша нет, только пятно. Ну, что провиша? Нет, этот вот просто если сделать, он просто ниже, понимаешь? Вот это вот само ниже. Просто чего? Надо подшаманить. Может ножка вот эта. Так, давай, этот несем, да? А что там? Там колесики есть, а тут это должно быть не на спине. А она, здесь вот эта вот штука, видишь? Одевается сюда вот. Чик. И он чисто заезжает сюда и все, и так висит. Ну, по идее, да. Что, это ничего? Мне сначала это вот. Нет, этот наверх. А, подожди, наверх. Что, там уже места нету? Не, ну просто если мы думали, да, если бы мы поставили тот диван, ну, как мы надо носили, вот этот вот первый. И он бы туда ставил бы ровненько там и все. А этот? Тогда его сложить просто пойти сейчас. Хорошо, он здесь сложит его. Нет, да, так а мы можем, он наверх да, залезет. Ну, он прямо с спинки не будет мешать. Он короче, чем тот диван, понял? Мы его наверх. Не мог, просто поставим наверх, да? Да. Его не продают, ничего? Ножки, ну. А может, слышишь? Нет, так они широкие. А, они широкие, но я не знаю, как ты знаешь. Но все равно, может, где будешь ехать? Да нет, мы обратно будем потихоньку ходить. Давай это перевернем. Надо сделать так, чтобы двери шли. Ну, вот так вот, смотри, вот сейчас мы можем такой нести его. Так там нету места, или есть? И в будке, к стенке, параллельно этой. Приткнуть его и все. Вымажется. Че он вымажется? Даже одна часть станет на этот, на диван. А, ты хочешь вот это на диван? На диван только поставить и, ну, к окну. В смысле, как окно? К окошку этому, блядь. Посредине, которое все, а это... Ты все что, положим там на песок, да и все. Че, Мич? Паутина. Уходи, вот и подожди, я бумагу. Да бы Вика подержала, пока бы ты. Ты охренел. Как он легкий. Вика подержала. Аккуратно дверь, пожалуйста. Ты молодец, конечно. А как мне сейчас? Сейчас все перехватит. Да ладно, сейчас тут не красный, это блядь.
Ну, перехватил бы, мы занесли бы. А с Артуром все равно бы закончить перенос. То у меня с первого рака такой пылесос был моющий, здоровый. Не можно было все делать. Кёркер? Не, не кёркер, сделал. Не, так мы бы вытолкали. Еле выехал, короче. Газовал, газовал, буксовал, буксовал. Алло, мама, привет. Бусь еле выехал. Двери уже выносят. Уже двери выносят. Максим поставит бабушке Маше своей. А то у нее как раз там не очень я двери. Как я думала, он вообще не выйдет. Нет, надо, чтобы ты залез и подымал, я ее хоп поставил. Нет, я что-то так не буду, ой, я что-то буду. Здрасте. Я тоже не поняла. Может, уже никак? Что ты там? А, потянем. Туда, может, сначала поставим. Смотри, сверху не поцарапай. А, ты так хочешь? Ну, я думал, туда, на эту. Надо было вообще поставить коробку и закрыть ее вместе с коробкой. Че? Она светит. Может, ты приедешь, установишь сразу, нет? Нет, да. Я такую взял, да? Тетрис. Эй, куда ты Кузю забираешь? Ты хочешь туда засунуть? Давай, аккуратненько едь. Просто могут вас повезти через большую курницу. Той, которой холодно. Мне еще дрова наносить. Вот так сегодня денек такой прошел наш. Ты садочек? Тебе сказали месяц. Совочек, садочек. Что, они едут? Провожать их буду, не? Это мусор? Ракетки? Куда ты ракетки хочешь выкинуть? Да я детям отдам. А где дети? Еще не каникулы. О, Колян поехал. Вкратце, они... Сейчас закрою. Вкратце, они сейчас квартиру взяли в кредит, четырехкомнатную, там у них трое детей. И вот так вот обстановочку делают. Там шкаф забрали, потому что, знаете, пока обживешься, это тоже надо нехилые бабки. А мы диван этот продавали, там, Коляну продали. Дешевле, ну ничего страшного, приехал, забрал. Все, сейчас кровать купим, буду кувыркаться на кровати, сальто, право, влево, в бок. И двери хорошо, что завезут. Все, только будет погодка. Заеду бабе, установлю двери. Что у нее двери такие, знаете, как есть приколы, там где приходит и руками рвут эти двери. Вот там такие двери. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшно в сарай заходить. Сейчас не буду заходить. Так что все, я дрова, значит, смотрите, еще порубал. Скажу, смотрите, сколько много было у меня такой кубические эти. Дрова лежали вот здесь вот. Смотрите, сколько я сложил. Это я все время так слажу, спалил, слажу, спалил. И останется тебе потом попилить. Погодка у нас вроде бы нормальная.
Я так понял, что зимы больше у нас и не будет. Это было в декабре 2-3 недели мороза, все, финиш. Но зато за этих дождей, дожди идут, здесь болото, капец. У людей погребы потопило, там где картошка, там все, колодцы полные. У нас колодца нет. Так что, вот такие, как говорится, пирожки. Так что смотрите дальше, будет супер классно и отвально. Вы же знаете, мои коренные подписчики, я вас очень люблю. Крепкого здоровья вам. С вами был я, Макс Мастер, и Женя мой стопник. Хотел сказать, как Женя прощаюсь. Буси-буси. Ну-ка зайду. Женька, все, я попрощался. Ты где? Прощайся. Ну как прощайся? Покажи пустую комнату. Пустую комнату. Я, знаешь, честно, хотел еще это черное, но думаю, ладно, куда мы будем слаживать. Вот я хотела вообще-то ее реставрировать, его покрасить беленький и поменять механизмы эти, что он хороший. Он очень массивный. Такой. Женя уже стулья отреставрировала, вот эти вот. Это не, так это когда? Когда ты будем шлифовать? Ты, как ты его отреставрируешь? Это не массив, ты его не зачистишь, это клееное это. И что, нельзя покрасить его? Ну, это будет, как та кроватка, помнишь? Какая кроватка? Ну, что мы хотели бы ушную взять. Вот такого, он просто поверху помажется, лишь бы как. Он не впитывает ничего, это будет ли? Ну, сейчас, подожди, что? Есть же разные краски. Кто знаток покраска? Можно такое покрасить или нет? Ну, вряд ли. О, посоветую тебя. Я думал, кого ты спрашиваешь. Ну, все, уже вот попроще. Уже только нам это выкатил, да? В ту спальню куда сделать. Все равно, кажется, да. Мы тут не живем, у нас столько вещей тут. Ну, ты не живешь, а когда ты уезжаешь, я здесь все время живу. А Коля зашел, я вам скажу быстренько. Коля снял, ну, купил квартиру, что я вам говорил. И показывает видеообзор, такой ходит. А там такие батареи, знаете, как он сказал, как рюкзак такой, школьный рюкзак. Я смотрю, маленький в одной спальне, да, во второй узкий. По сравнению с этими, что я себе понакупал. Говорю, Коляна, тебе там холодно не будет? Ну, вроде бы не говорят, не розеток холодно. Розеток мало, маловато у нас. Ну, видишь, экономили этот. Нормально розеток, что? Выкручивать эти вверху. Все, все, будем. Дальше пойду дрова поношу, чтобы мало ли что дождь. Я боюсь, что Свет, дождь. Кто делает ремонт, делайте больше розеток. Прям так хорошо делать розетки. Розеток мало. Тут на тумбе розетка, тут розетка. Вот тут розетка, тут будут розетки. Вот только что, знаете, что плохо? Что я сталкиваюсь, что, допустим, осторожно, не дергаемся. Классно, когда сделал ремонт, допустим, все сделал, гипсокартон, все, ты знаешь, где провода идут, сделал отделку, там чик, крепление, телевизор. Сейчас я там сделал, где это крепление, где провода, я вообще не знаю. Хорошо, что у нас есть канал Кубики Лайф. Я посмотрю предыдущую серию, и все, классно. До новых встреч. Я хочу у нас тебе, типа, закончить. Не надо мне у нас. Так и хочется мне куда-нибудь засунуть.